Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о том, как можно сделать из обыкновенной картошки очень даже мощную батарейку. Для этого нужна картошка, которая пролежала достаточно долго, и у нее уже появились ростки. Обратите внимание. И именно в этих точках скапливается максимальная энергия картошки. У меня есть прибор, который будет мерить вольтаж, и маленький микромоторчик, который, собственно говоря, будет нагрузкой для нашей батареи. Как видите, все готово к эксперименту. Вонзаем электроды в ростки и будем измерять электричество. Ну-ка. Чем больше контакт, о, как видите, наш мотор заработал. Вот картофелина выдает ток. Чем глубже электроды помещены в клубень картофеля, тем больше электричества выдает наша картофельная батарея. На этом все. Пока.